Высокий суд Лондона отказался вести дело о долге Януковича в упрощенном режиме, пока не рассмотрит апелляцию украинской стороны. Как сообщается на сайте Министерства финансов, судья Уильям Блэр признал, что эта апелляция имеет реальные шансы на успех. Еще в марте этот же суд принял иное решение – рассматривать иск России к Украине в ускоренном режиме и обязал Киев погасить еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов, предоставленные экс-президенту Виктору Януковичу, а также выплатить проценты. В июне украинские юристы подали апелляцию, ее рассмотрят в январе следующего года.